Animal Rescue. Американка Николь Драймс из штата Пенсильвания заметила на сайте одного приюта для животных до боли знакомую мордочку. Собачка напомнила ей очаровательного щеночка по кличке Хлоя, с которым девушку разлучили 7 лет назад. Она решила приютить собаку в память о своей питомице, но была в шоке, когда поняла, что это и есть та самая собачка из ее детства. Когда Николь было 10 лет, бабушка подарила ей очаровательного щенка, метиса-пуделя по кличке Хлоя, Клоуи. Она сразу влюбилась в щеночка, и 4 года они были неразлучны. «Она была потрясающей собакой», – рассказывает Николь. «Она могла облизывать мое лицо бесконечно». Но вскоре парочку разлучили. В связи с семейными обстоятельствами, отец Николь отдал собаку в сообщество защиты животных. Сердце 14-летней Николь было разбито. Прошли годы, но память о Хлое до сих пор живет в сердце девушки. Николь уже замужем, у нее растет 4-месячная дочка. Недавно она просматривала ленту новостей в Facebook и наткнулась на фото собаки на странице одного приюта. Эта мордочка была ей до боли знакома. Собачка была очень похожа на Хлою. Николь решила приютить 11-летнюю собаку и даже назвала ее так же, как бывшую питомицу. Затем девушка задумалась, собаки похожи, и Хлоя из ее детства тоже должно быть 11 лет. У Николь и ее мужа были большие сомнения. Но девушка вспомнила, что у Хлои был также специальный отслеживающий микрочип. Она отвела новую Хлою к ветеринару, чтобы исследовать микрочип. Его нашли, и это действительно оказалась бывшая питомица девушки. Это воссоединение было поистине трогательным, особенно для Николь, учитывая то, что бабушка, подарившая ей Хлою еще щеночком, умерла 3 года назад. Позже Николь узнала, что последние несколько лет Хлоя счастливо жила с пожилой семейной парой. После того, как супруги скончались, собаку забрали обратно в приют. Эта встреча и вправду чудо. Хлоя как будто ждала свою хозяйку. Сейчас собачка и хозяйка не могут нарадоваться своему воссоединению, а Хлоя осталась все тем же очаровательным и ласковым существом. «У меня такое чувство, как будто я выиграла лотерею. Я никогда не думала, что встречу ее снова», — говорит Николь. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. До новых встреч!